основном мужчина добыл огонь и принес его в свой дом. Дома его всегда ждала супруга, которая хранила и оберегала это пламя, и берегла этот огонь. И всегда, когда он уходил из дома, она ставила, поджигала свечу и ставила ее на окно, чтобы когда он возвращался, он знал, куда ему идти, видел маяк и знал, что дома его всегда ждут, что дома тепло и уютно. Сейчас, на самом деле, есть тот момент, когда образовывается ваша новая семья. Сейчас ваши дорогие мамы поделятся с вами частичкой своего семейного очага и зажгут ваше новое пламя. Complain about